Здравствуйте, я Родионова Ольга Сергеевна, врач-ортодонт Dental Fantasy. И сегодня я расскажу вам, как правильно использовать ирригатор для наших пациентов в домашних условиях с брекетами или аппаратами. Вы можете использовать любой ирригатор, но мы рекомендуем для детей и подростков использовать детский ирригатор. Его мощность уже оптимизирована для детей и подростков. Чаще всего мы назначаем несъемные аппараты нашим пациентам. И в этом случае использование ирригатора является обязательным. Важно прочистить все самые труднодоступные места около колец, вот здесь под этими балочками, и под самим аппаратом, то есть по всему периметру аппарата мы попадаем струей водички, чтобы все оттуда вымыть. Теперь, что касается брекет-системы. Здесь также необходимо промыть и прочистить самые труднодоступные места. Важно очистить зуб вокруг брекетов. Начинайте ирригатором с наиболее доступных мест, с передней группы зубов, и затем переходите к боковой группе зубов. Здесь имеются крючки обычно на брекетах, и скапливается налет и остатки пищи. Вот именно их необходимо будет промыть ирригатором под таким углом, чтобы не травмировать десну, но около десны все тщательно промываем такими движениями. Аналогичная ситуация с внутренней стороны зубов. Старайтесь промывать от десны, но около десны. Не направляйте струю под десну, чтобы не вызвать воспалительный процесс. При использовании ирригатора важно не стараться сдерживать воду в полости рта, а давайте спокойно выходить. Также частый вопрос от родителей, чем заправлять ирригатор. Мы рекомендуем использовать обычную чистую воду.